сегодня 12 ноября. Выехал по уточке, по фазанчику, по зайчику, по вачнепу. Еще и синюю ножку поискать грибы. Короче, что будет? Погулять, выехали. Два дня шел дождь, и все хочется и сразу. Ну, как получится, не знаю, посмотрим. Сейчас здесь река, потом пруд, ну, озеро. То есть может и утка быть, и все, что хочешь. Здесь в том году утку умра поймала. Здесь вот маленький как ручеек. Его не видно, он камышом скрыт. Опа, стоит умбра. Бипер работает. Поищи, поищи, молодец, рядом работает, не спеши. Иди сюда, сюда иди. Иди здесь поищи. Шира, далеко убегаешь. Умбра, иди ко мне. Подойди ко мне, умбра. Умбра, иди сюда. Он называл камыши. Ищи, 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 поищи здесь, поищи здесь. Умбра, не спеши. Тут как угадать, где взлетит. Ищи, ищи. Он там взлетел. Ну твою дивизию. Куда? Там идешь, здесь летаю. Фу. Я здесь. Ух ты, мышь толстая. Умбра. Ну, не угадал я. Молодец, умничка. Петушара там поднялся. Зараза. Ну, у него был шанс. Не спеши, не спеши, спокойно. Вот там бега. Там умбра стоит. Умбра! А вон, петух пойдем. Это далеко. Или куропатки, или фазаны.
курицы. Да что надо столько убегать было, а? Уж зараза. Как далеко бежала, а? Метров 200. Ну, что? Расчехлили они ее. Но она не могла быть одна, я думаю, еще есть. Бикер. А сейчас полетит на меня. Еще одна курица. Три курицы. Петух, что ли, не помню. Еще курица. Пять. Ну, Шира! Не пойму, еще что ли? Молодец, молодец, пять штучек. Все, все видел. Четыре курочки и молодой петушок. Ну, совсем молодой. Тоже последнего петуха не нашел, бумбра несла, его бросила. Я видел. Вот он, съеденный кем-то. Нельзя. Бикер работает. Стоит умброчка. Ох ты, блин, какой петух. Умра стоит вот здесь, он поднял, ну убегал. Молодец, молодец. Хорошо. Далеко он поднял. Все, умра, пошли, харе. Ну, далековато он был. Долго она за ним шла. Марец! А ну тихо. Молодец, умбра, хорошо. Хороший петух был. Молодец, молодец, хорошо. Думаю, дошли. Курица. Опять. Да она ж вроде бы здесь была, умба. Да ну нафиг. Умбр. Она только что здесь поднялась. Я ж тебе говорю, она подняла. Все, пошли, пошли. Опа, легла. А это прям. Стоять.
Молодец, Умра, молодец. Стой спокойно. Молодец. Но это курочка, Умра. Это курица. Пошли, лапусь. Хорошо. Собака такая. Сейчас курица. Умра, ты зачем стоишь? Объясни мне. Это курица несчастная. Мы 15 минут за ней ходим. Ну, дальше что? Здесь! Я стоял хорошо. Курица 100%. Перча! Вперед, вперед! Убегает собака, а? Скотина. Да. Сядь. Сидеть. Умрочка, сидеть. Сидеть. Умра, сидеть. Ну, сегодня охоту мы закончили. Ой. Ну, нельзя. Добыли вот такого петушка красивого. Вот. Ну, хороший петушок. Нельзя, Умра. Нельзя. Охота была трудовая, у собак вон. От глаз остались одни уши. Колючки, трава, грязь. Потрудились. У этой вон. Глаза не заживают, это тоже красавица моя. Ну, колючки все. Нельзя, Умра, не надо, не кусай. Вот его уже. Итак, сейчас мне сегодня дали курочку. Сейчас буду их угощу их курочкой. В принципе, я доволен. Ну вот. Несмотря на то, что мазал. Ну, мазал-то. Короче. Петуха добыли, слава богу. В принципе, реально промазал по одному, остальных стрелял далеко. Все, все, не трогаем его. Не трогаем, нельзя. Садись, Умра, садись, садись. Умра, сядь. Умра в шоке, стоит петух. Расслабься. Помогают очень на охоте мне вот эти биперы. Они дешевые, китайские, по 2000 я их покупал, но я их купил в 2016 году. С ними я колокольчики использую для крупного рогатого скота. Потому что условия такие, что я их не вижу. Вот. Бипер может просто не работать на стойке, а просто работать, когда она бежит, допустим. Ну и что? Это не 20 тысяч, не 30, а 2,5, все равно они работают, все равно они помогают очень сильно. Без них вообще я в этой траве, я их не вижу. Где? Не надо, Умбра, нельзя, Умбра. Умбра. Ну ладно, Умбра. Вот все. Боится, что уйдет. Он ее. Умбра.
Ты уже мне его принесла, все. Ну так что, я доволен. Удачно. Походили хорошо, ухандохались. Я ухандохался, собаки тоже. Так что до следующих встреч. А теперь вкуснятина. Заслуженная. Подожди. Подожди. Аккуратненько. Молодцы. Вот здесь, вот здесь. Умбра, вот, вот. Иди сюда. Умбра, давай здесь, сюда иди. Давай, 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 давай. Давай, давай, кушай, кушай, кушай. Остальное дома. И вон у тебя косточка еще. Давайте. Вот такая грязюка. И колеса на что похоже. Красота. 3 дня дождь шел, но вот, передние такие же. Ну, Нива рулит. Нива рулит. Без нее никуда. Чтоб там про нее не говорили, а Нива рулит.